Подготовку к единому дню голосования обсуждали сегодня в администрации Ангарского округа. Там состоялось заседание антитеррористической комиссии. Безопасность во время проведения выборов в законодательное собрание региона будет обеспечена металлодетекторами и камерами наружного наблюдения. На избирательных участках будут дежурить сотрудники правоохранительных органов. Людей будут досматривать при входе. Основных сотрудников 65 сотрудников управления внутренних дел по Ангарскому городскому округу. Направлено обращение о привлечении 23 сотрудников главного управления, 13 сотрудников неведомственной охраны, которые также будут нести службу самостоятельно, и один сотрудник линейного пункта полиции на станции Ангарск. Дополнительно в дни голосования 8, 9, 10 числа будут на каждый участок выставлены дополнительно по одному сотруднику полиции от Ангарского городского округа для проведения досмотровых мероприятий. Несмотря на то, что день голосования назван единым, выборы проводятся трое суток – 8, 9 и 10 сентября.